Глава города Евгений Первышов в рамках рабочего объезда побывал на Краснодарской ТЭЦ и проверил подготовку к новому отопительному сезону. Предприятие обеспечивает теплом больше трети города, а электроэнергией снабжает не только краевой центр, четверть всего региона. С подробностями мой коллега Дмитрий Курденков. Евгению Первышову показывают оборудование, от которого зависит тепло в домах горожан. Парогазовую установку ПГУ мощностью 410 мегаватт построили 5 лет назад. Тогда теплоэлектроцентраль пережила масштабную реконструкцию. Конструировали установку японские инженеры. Она не только высокотехнологична, но и экологична. А самое важное, что с ее появлением электрическая мощность ТЭЦ увеличилась в 1,5 раза, а расходы топлива сократились на добрую четверть. Для управления же такой техникой много людей не требуется. В смене сколько у нас? В смене начальник смены, старший машинист, машинист и два обходчика. Один обходчик по котлу, котельному оборудованию, один по турбинам, по газовой и паровой турбине. Общение продолжили в конференц-зале. Минувшей зимой на ТЭЦ случались неполадки с оборудованием. В будущем сезоне подобных происшествий быть не должно. Самое главное во всех планах, которые сегодня ваша компания разрабатывает, предусмотреть вот все эти технические и технологические решения, которые бы не позволили, как вот прошедший отопительный период, допускать какие-то такие серьезные перепады, которые в целом отражались на взаимодействии вашей компании со смежными нашими компаниями, которые поставляют тепло уже непосредственно в домах. Необходимый ремонт в межсезонье проведен, говорит руководитель Краснодарской ТЭЦ. С наступлением тепла инженеры сделали все необходимое для повышения надежности работы. Есть необходимый запас топлива. Обеспечен полный состав основного оборудования, вспомогательного, в том числе и теплофикационного оборудования для работы в осенне-зимний период 2017 года. Будут приложены все усилия для надежного электро- и теплоснабжения нашего города. Надежность работы предприятия зависит не только от оборудования, но и от своевременной оплаты потребителей. Сейчас перед компанией «Лукойл Кубанинерго», в ведении которой находится ТЭЦ, крупные долги у компании «АТЭК» и «Краснодар Теплосеть». У нас очень сложная ситуация с «АТЭКом». Следующий визит, безусловно, необходимо делать на данную компанию, разбирать структуру этой задолженности, как она образовывается, потому что в результате, вот, может быть, неправильных, невыверенных действий со стороны компании, на сегодняшний день у нас и Краснодарские теплосети страдают, и Лукойл страдает. И здесь надо коллегам нам помогать. Вопросы с долгами необходимо решить до наступления нового отопительного сезона. Такую задачу глава города поставил перед своим заместителем по ЖКХ Евгением Зименко. Администрация со своей стороны должна сделать максимум, чтобы наладить четкие расчеты между компаниями, от которых зависит тепло и свет в домах горожан. Дмитрий Курденков, Николай Цедрик и Алена Чистякова. Телекомпания «Краснодар».